Михаил, расскажите, что у вас случилось? Добрый день, меня зовут Михаил, и я бомж. Приветствуем тебя, Михаил. Я не знаю, почему я стал зарабатывать сущие копейки. Я недавно хотел построить спутник из чистого золота, но мне не хватает на него денег. Я стал зарабатывать сущие копейки, по 400 миллионов долларов в день. Что со мной не так? Подскажите, что мне нужно в себе исправить? Попробуйте вести ту же самую зимнюю охоту, только с другими наградами. Ну а как насчет того, чтоб лаги пофиксить? Так ты заткнись со своими лагами! Че там сказал про зимнюю охоту? Ну сделай все то же самое, только поменять цвет и призы, добавить еще одну функцию высасывания денег. Твою мать, это же отличная идея! Но погоди, мы недавно закончили зимнюю охоту. Ха, ладно, хрен с ним. Так, я поехал домой рисовать новые скины в Пейнте. Спасибо за идею, удачи. Привет всем, друзья, меня зовут Серега, и в Атласе войны добавилось новенькое обновление с какими-то оперативниками. В общем, сегодня мы задонатим вместе с вами и посмотрим, что интересного там можно получить. А также в начале этого видео мы устраиваем конкурс. Целых 5 человек получат на свой аккаунт доступ к Атласу войны или 250 боевых очков. А также еще 3 человека получат на свой аккаунт по 1000 кредитов. Чтобы принять участие в этом конкурсе, вам всего лишь нужно поставить лайк на этот ролик, подписаться на мой канал и написать комментарий. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А я желаю, друзья, вам удачи и приятного просмотра. Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас самое время зарегистрироваться по ссылке в описании и получить кучу халявных донатских пушек и супер VIP ускорителей. В 2 раза быстрее ты сможешь апнуть новые звания, открыть кучу нового крутого оружия и просто поиграть с друзьями. Ведь в игре проходит очень много всяких акции, где тебе будет давать в 2 раза больше опыта и варбаксов, на которые ты сможешь купить топовые пушки в игре. Удачи! Блин, чуваки в этом спецотряде, правда, чтобы понять, как играть, реально каким-то профессором нужно быть, что я пока догнал, что тут вообще от меня, твою мать, нужно будет. Я реально чуть не охренел, серьезно. Ну, в общем, объясню так, это... То же самое коробки удачи, потому что объясняю, как это все дело работает. Если у вас, скорее всего, нету боевых очков, то пройти все это именно полностью, я сомневаюсь, что получится. Если получится, то это будет длиться очень долго, там, месяца. Ну, ничего страшного, как бы у Атласа войны 3 месяца есть, так что по-любому и без денег, скорее всего, это можно будет пройти. Но я не умею ждать, и я хочу показать людям, что, твою мать, здесь вообще такое творится. Поэтому сегодня мы с вами будем покупать всяких оперативников в Атласе войны и отправлять свой спецотряд. Сразу объясню, как это работает. В любом случае, то, что мы отправляем оперативников и нажимаем, типа, ждать, и там написано, типа, они воюют, не воюют, нужно ждать времени, и это время можно ускорить. То есть, в любом случае, сразу генерируется какое-то число, вот, и мы просто можем, либо нам нужно ждать, чтобы только увидеть ответ этого числа. Я надеюсь, вы поняли, что я сказал. Короче, никто там не воюет, это то же самое, коробки удачи, то же самое, рулетки, что вам выпадает, что не выпадает, а просто тут есть огромненький такой таймер, где нужно... Ждать, пока у тебя и что это там окончится или не окончится. Так, какой-то штаб тут я видел, можно улучшать. Так, начать оперативники, начать. Для найма 2 уровня. Так, я понял. 2 уровень или выше, у вас текущий штаб. Так, ну я понял, каждый по соточке, скорее всего, будет стоить. Так, все, 2-й мы купили. А-а-а, во, я, кстати, так и думал. Блять, я вы охренеешь, что это за говно. А, каждый теперь еще дороже будет? Нихера себе вы умные! Я думал так, что когда нужно будет что-то... 1000 кредитов, охренеть. Так, ну все, я улучшил штаб, и вот что это мне дало? Вот я улучшил... А, еще я типа улучшил штаб, чтобы у меня просто больше всего оперативников было. Так, новые оперативники, давайте обновить. И кто это, твою мать, такие? Какой красавец! Данный отряд не дает бонусов. Нанять за 50, нанять за... Чё я не понял, кого нанимать нужно? А, я немножко вроде понимаю. Так, какой-то бомж вообще в стандартном... Не понял, короче, только вот эти 2 походу какие-то крутые. Скорпион, да не, какой-то лох. А ну-ка вот эту тёлочку давайте наймем. Ну-ка, нанять за 100 кредитов и чё? Так, во, у меня эта тёлочка теперь есть, так. Окей, обновляем еще за 50 боевых очков. О, вот это крутое чего. Красная карточка. Мне кажется, красная карточка это круто. Так, о, лев у него звание. Нанять за 300. Давай, нанимай. А ну-ка, Авророчка. Аврорка это какой? О, это тоже нормальное звание. Так, ну давай Авророчку тоже наймем. Авророчка, каждая Авророчка по-любому нужна. Так, ну, у нас уже есть, получается... Сука, у меня 2 инженера... А, нет, у меня...
Три инженера. Нахуй. Я чё, дебился? Я не знаю, хер, у меня столько инженеров. Так, так, это у нас кто? Два ежа, два ежа. Это у нас, блин, там все. Где мои боевые? Где я просрал? Так, стоп, инженеров мне не надо, смотри, мне нужен штурмовик. Подожди, а почему у меня каких-то штурмовиков бомжатских выдают, я что-то не могу понять. Но у меня есть инженер. Так, а ну-ка, карта. Ой, а у меня тут все открыто теперь, что ли? Ну, мне, блин, я... У меня какие-то... Мне нужны какие-то штурмовики крутые. А ну-ка, нет, стоп, Джонни, уйди отсюда, господи, как это сложно. Блин, профессорам нужно обычно понять, что это меня хотят. Так, Кузьмич, исключите из отряда. Кузьмич, что это? Нахер мне этот Кузьмич нужен? Блин, штурмовика единственного своего исключил, да? Блин, ладно. Ладно, походу придется вот этих вот чуваков бомжатских исключить, ну мне так кажется, потому что он что-то не хочет мне искать того, кого мне нужны, а то у меня одни инженеры. Так, ладно, обновляем и смотрим. Так, ну медик, что тут по медику? Щиток, ты, что за говно? Что за прикол? Ладно, хорошо, давайте наймем его, окей, может быть и это что-то изменит. Так, и еще мне нужен медик, получается. Так, медик, блин, что за говно, почему... Че так сложно? Опять какой-то... Ладно. О, триезжай, медик, уже хоть что-то. А тут кто? Тоже птичка. Почему именно баба скинута птичка? Так, ладно, нанимаем. И погнали. Давайте... Нет, стоп. Гром, броик... Ладно, херсим, короче, не важно. Так, давайте штурмовика сюда. Штурмовика сюда. Инженерик у нас вот этот вообще четенький есть. Еще вот этот, конечно, инженер нормальный. Но лев это круче, по-любому круче. Ну, медик у нас единственный. И снайпер... А снайпера у нас нету, да? Я что, снайпера не взял, что ли? Блин, у меня нету снайпера. Твою мать, погодите, стоп, мне снайпер еще нужен. Господи, что так сложно? Так, кто из них снайпер? Вот он снайпер. С винторезом! А что у него такой? Ладно, придется его нанять. Окей, погнали. Падение Анубиса. Давайте падение Анубиса какой-нибудь. Так, штурмовик у нас только такой. Инженерик, медик хороший. И снайпер только такой. Шанс на успех 19%. Почему так мало? Я не понимаю, почему? Сколько у меня? 5800, ладно, вроде это нормально. Так, начать. Хорошо, давайте завершаем сразу. Награда не получена, операция провалена. Вы чё, охренели что ли? Как не получено? У меня инженер лев, медик три ежа. Сука, я понял, короче, это вообще жесть походу будет. Блин, я не знаю, реально походу... А чё тут вообще дают? Стоп. Достижение Орёл, Макпул, Атлас навсегда. Да ладно, слушайте. СВУ, камуфляж это говно. Боевые очки даже могут дать. Нет, слушайте, тут прикольно. Так, чё мне лучше пойти-то тогда? Ладно, погодите, мне нужно тогда более-менее команду себе собрать, а то что-то меня не устраивает, нихера. Так, медик, птичка, а у меня какой медик? Так, ну птичка это, наверное, покруче. Давай этого наймем медика. Так, и обновить, окей. Мне снайпер нужен нормальный, походу, чтобы что-то в этого... Стоп, а где... Чё за ёжик? Нафиг мне какие-то ёжики? А где снайперы? Почему у меня снайперов нету? Чё он... Вот это вроде, да, снайпер? Да ладно! Вы только посмотрите, какой краса... Стоп, это медик всё? Это медик! Твою мать, да вы затрахали меня! Так, ладно, надо кого-то лишнего. Стоп, исключите затрата. Нахер он тут сдался, дефолтный чувак. Так, ладно, хорошо. А чё я думал, если я исключаю их из отряда, мне хоть что-то за это дают, нет? Блин, как это всё сложно, твою мать. Так, ладно, у меня есть теперь профессиональный медик и профессиональный инженер. Мне теперь неплохо было получить какого-нибудь штурмовика. Прям вот прям такого хорошего. Так, стоп, снайпер какой-то крутой. Ромбик, серьезно? Ладно, еще обновляем. Так, получается, я, блин, опять забыл, кто у меня хороший. У меня медик и инженер хороший. То есть мне нужен штурмовик и снайпер. Так, это... Нет, это тоже инженер. Так, снайпер. Тут что за снайпер? Да триезжает мало. Чтоб, мне кажется, пройти, нужно как-то покруче. Ну, тут как бы не в звании дело, а в самом цвете карточек, но тут тоже как-то попадается слабенько. Так, вот тут уже штурмовик более-менее неплохой. Так, инженер. Так, остался всего лишь снайпер. Снайпер какой-нибудь хороший, красивенький. Так, это снайпер, да? Нет, это штурмовик. Обновляем еще. Так, где снайпер? Почему у меня снайпера вообще не кидает? Что за бред? Так, ну вот же какой-то прям... Во, хороший такой снайпер, прям ядрёненький, хорошенький. Так, погнали. Блин, что-то прям жестко все, конечно, тратится. Так, ладно, давайте моего медика, моего инженера хорошего отправляем. Штурмовика и хорошего снайпера. Шанс 45%! Не дай бог не выполните миссию. Я вас... Знаете, что вам будет, твою мать. Так, ускоряем и... Чего? Что, на 3 часа? Ты прик... Ты серьезно? Как...
3 часа, да, блять. Господи, приколись, так понял. Короче, тут можно бесконечно их проходить, это довольно хорошо. Так, ладно. А, так я могу и хоть они там не сдохнут у меня от того, что я ими часто играю, нет? Если нет, то вообще-то нормально. Так, погнали. Шанс на успех еще 45%. Так, давай. Ускорить за 200 уже. ДП 12 на день. Че за говно? Что это за параша? Сколько у меня боевых? А, 4000 это еще более-менее. Так, ЦЗ авто, ботинки Атлас, боевые очки. Нет, что-то мне нужно, что-то, что-то нормальное, что-то давали. Достижение, так, ТЗ Ауто, Атлас навсегда. Ну, вроде более-менее дают, ладно, хорошо, погнали, поиграем. Ух, чуваки, что-то мне понравилось. Не, мне понравилось только потому, что я вложил сюда кучу бабла, но если у вас нету кучи бабла, вам не может это никак понравиться, просто вообще никак. Так, инженер Лев, так, так, штурмовик, так, шанс опять 45%. Так, давайте. Ускоряем, награда не получена. Серьезно, серьезно, не получена, сука. Так, медик, инженер, штурмовик, снайпер. Погнали, еще, давай. Ну, сейчас-то не гони. Не, я, конечно, могу ждать время, но тут 150 боевых очков. Да, сука, шлем медика, Атлас навсегда. Да! Вот, отлично, вообще, охрененная просто вещь выпала. Просто вот отличная вещь. Мне понравилось, хорошая вещь. Так, тут у нас что может быть? Достижение... Ты за авто Атлас навсегда, тоже тактический топор, Атлас навсегда. То есть я думаю, что это, скорее всего, именно, то есть, не скины, а самые отдельные пушки. Так, давайте. Награда не получена, сука. Так, завершить, окей, давай. Ну, конечно, можно и не спешить никуда. Не, ну, конечно, прикольно. Я думал, знаете, админ еще так сделает, что, как бы, можно только, не знаю, либо один раз ими сыграть, либо хрен его знает. Но так прикольно, в принципе. МК и БР на 3 часа, сука. Что за говно? Так, шлем штурмяка Атлас. Так, а тут что-то... А нет, награды вот есть. Так, Супер Вип. Айсвал навсегда. Айсвал навсегда, нихера себе. Достижение Гризли. ЦЗ Аут. Он тут... А, стоп, тут награды одинаковые, что ли? Что-то я туплю. Макпул. Камуфляж. ЦЗ Аут. Достижение Дикий. Что-то... Стоп, Хани Бэджер, чё у тебя Хани Бэджер? Это интересно, где Хани Бэджер видел, сука? В глазах троица нет! У меня в глазах троица, чуваки. Где Хани Бэджер? Только что видел. Куда он делся, сука? Хани Бэджер 3 часа нет. Он только на 3 часа тут может выпасть. Так, ты за авто, камуфляж, за авто, Атлас навсегда. Ладно, тут вроде тоже более-менее. А тут, походу, нельзя ими играть. Не знаю, почему. Походу, мои чуваки либо устали, либо не знаю, что с ними случилось. Но я, в принципе, так и думал. Так, а что с ними случилось-то, штаб? А почему... Серьезно, а куда они делись? Я что-то немножко не понял. Серьезно, они же только что тут были. Мы же, типа, крутые чуваки, они только что тут были, и они куда-то делись. Стоп, может они... А, заверш... Сука, я думал, что мейл меня наебал, а я просто забыл... Я же реально испугался, думал, где мои профессиональные бойцы? Что за бред, куда они, твою мать, делись? И они... Я просто не нажал кнопку завершить, окей. Так я понял, можно, короче, знаете, ставить, это, например, еще сюда, например, поставить и ждать 8 часов. Это я, мажор, тут ускоряю все. И все. С Эндер Веном 1 час. Обосраться, как круто. Так, ладно, все, погнали, так, на 3 часа играться. В принципе, мне кажется, этих оперативников достаточно будет. Так что будем, в принципе, пробовать. Супер випка на 3 часа. Обосраться, как круто. Просто вот обосраться можно, как это круто. Так. Нет, стоп, 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 моего медика профессионального. Что случилось? Так, погнали. Так, давай, бессрочно завершай и USAS на 3 часа. Так, окей, а какое самое профессиональное тут задание, я вот не вижу. Время до окончания 8 часов, а то я что-то, может, не втыкаю, может, какие-то тут прям вот крутые прям задания есть, а я тут выполняю какие-нибудь бомжатские. Блин, а какой получается максимально стоп-штаб, где тут улучшить... максимальность количества доступных... Короче, я не знаю, честно, какую из них лучше выполнять, потому что хрен его знает. Буду на рандоме выполнять. Так, стоп, чё я тут не завершил? Чё ты не завершаешься? Иди сюда. Буду разные пробовать. Мне главное, чтобы мне что-то ценное, то есть, выпало, а не то, что, ну, вы поняли. Свал на 3, а на 1 час. Спасибо, просто обосраться как круто. Так, стоп, падение Анубис, это вроде херня какая-то, так что... Давайте попробуем вот это, выполняем, и... Сука, РМ-ка на 3 часа! Мне что, не дадут тут нормальное? Нет. Да блин, я почему забываю постоянно завершить нажать? Ёпта. Так, давай. Давай, идите сюда, все, мазафака, давайте, играйте.
Погнали, ускори за 150. Подготовься лучше, сука. Я сказал, кто ты. Так, ладно, хорошо, подготовьтесь лучше. Давай. Мы подготовились лучше, погнали. Бронежилет Атлас навсегда, сука. Он продается на торговой площадке за 1 000 000 000 кредитов. Кстати, я не помню, у меня был ли бронежилет Атласа, нет, но он продается на торговых площадках за 1 000 000 000 кредитов, я вам отвечаю. Так что, по-моему, это крутая, давайте еще раз ее попробуем завершить. Мне кажется, тут опять же такой же рандом, как в коробках удачи. S1 3 часа, сука. Так, ладно. Да твою мать, что я не нажал завершить? Давайте попробуем теперь вот эту вот. Давай, 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 попробуем мы эту, давай. О, кстати, еще медик навсегда, серьезно? Так, по-моему, вот это вот самое крутое, а ну-ка. Вот это самое крутое, по-моему. Камуфляж Атлас, берета, боевые очки, Crazy Horse, шлем медика Атриас, шлем Атляда. Так, ладно, давайте вот тут все же попробуем. Мне кажется, тут самые крутые награды, потому что мне 2 раза подряд выпал. И это просто реально, это охрененно. Так, давайте ускоряем за 200. Ничего не получаем. Ну, короче, как коробки удачи, я пал, окей. Так, давайте. Тук-тук-тук, моих оперативников, хорошеньких оперативников. Давайте ускоряем и... Опять шлем медик Атлас? Я понял. Походу, мне не особо повезло, потому что он тут всем будет падать. Но давайте еще попробуем, если опять выпадет. Надеюсь, его можно будет толкнуть на другой площадке за неплохую сумму кредитов, потому что там людишки реально за неплохую сумму его кидают на торговой площадочке. Так что давай, опаньки, выполняйся. И бери это на один день. Ты что, прикалываешься, что ли? Блин, ладно, говно какое-то. Так, окей. Давай, давай сейчас. Видите, 45% в принципе достаточно. Раз, то есть один раз не повезло, другой раз повезло. Так, срочная доставка. По-моему, вот это, то есть самое крутое из того, что все, что есть. То есть вот это вот достижение Орел, Макпул, ФМГ, Атлас навсегда, пара Атлас навсегда. Короче, я буду, ребят, топить, попробовать вот это вот буду топить. Может быть, что-то из этого и получится, чуваки, погнали. Ускоряем за 200. Да! Шлем штурмовика Атлас! Ох, как ухо поперло, твою мать! Я не знаю, я думал, что все, я точно сюда никогда не вернусь. То есть один раз вам покажу и все. Но, чуваки, если вы мне, конечно, напишите, может, я тут что-то упустил. Может, как-то еще можно поиграть. На самом деле, я просто не в курсе. Я вроде тыкаю просто, куда глаза глядят и все. Но если вам понравится, вы поддержите лайками, то я сюда вернусь и еще поиграю. Я понял, хорошо. Не получилось взять награду. Я честно, конечно, не втыкаю, как тут бесплатно. Ну, конечно, может там задросить 2 месяца, накопить кучу боевых очков. Но это довольно трудновато будет. Ну, множество людей в любом случае хотелось бы увидеть вот это, потому что мало кто вот это будет пробовать. Шлем инженера Атлас навсегда. Не, реально охеренно, чуваки. Я не знаю, я просто себе всю коллекцию уже атловскую собрал. Это реально замечательно. То, что мои бойцы, самые хорошие бойцы, просто берут и выполняют все, сука, бомжи и бассаны. Че, знаки не взяли, что ли, или чего, не могу понять. Не, ну, в принципе, неплохо получается, если я еще пойму, что тут еще можно делать, и вообще, что тут еще получить, каким образом можно, то я сюда вернусь, если вы, конечно, захочете этого. Не, в любом случае, я буду тут каждый день играть, потому что не хватает боевых очков. Все, где мои боевые очки, что за говно? Я понял. Я просрал свои боевые очки. Серьезно, я уже просрал все свои боевые. Так, ладно, давайте тогда сюда кого-нибудь отправим. На какую-нибудь операцию вот сюда вот еще отправим. То есть, видите, чем больше оперативников, и мне тоже не хватает, короче, я понял. У вас может быть много оперативников, и вы на каждую отправляете. И просто, например, на ночь отправили и ждете времени. То есть, повезет, не повезет. Но я сомневаюсь, что если у вас там шанс будет 8%, то есть, это очень маленький шанс. То есть, то же самое, что мне что-то выбить с... Вот сейчас вот открыть боевой контейнер и выбить сразу АПС-ку навсегда. То есть такой же шанс и тут будет. То есть хрен его знает. Ладно, я на самом деле не хочу это тут ждать. Просто обновлю и посмотрю в инвентаре, что у меня есть. В общем, чуваки, сегодня у нас получилось... Ну, конечно, чушь. Шлем инженер Атлас. Шлем штурмовика Атлас. Медика шлем. Еще один медика шлем. Бронежилет атловский. Еще один шлем медика атловский. То есть, я не знаю, вроде бы на торговой площадке за эту херню реально люди, как бы, такого шлема медика вообще тут нету. То есть, я могу выставить первый. И жилета тут уже тоже нету, вроде бы его кто-то купил. То есть, я сам себе хозяина могу выставить за любую цену, какую я только захочу. И мне это уже, друзья, очень интересно, ведь только ботиночки и все. Мне в любом случае немного придется продавать, то есть, потому что...
Шлем инженера, штурмовика и медика я заберу, но еще два лишних шлема у меня останется, которые придется продать. Ну, шлем бронежилет я вот не помню, есть ли у меня или нет. Но если нет, то придется продать. Если есть, буду продавать. В общем, как-то так, друзья, получилось. Надеюсь, вам это все дело понравилось. Поэтому обязательно поддерживайте видео лайками, рассказывайте друзьям. Можете написать, что тут еще можно делать. Если меня это заинтересует, я смогу сюда прийти еще раз и посмотреть, что там в этих отрядах еще можно неплохого такого получить. Спасибо всем огромное за просмотр, ссылочки все есть в описании, с вами был Серега, увидимся в новых роликах, всем удачи, всем пока.